Вы видите, друзья, знак. Мы туда поворачиваем. И посмотрите, куда мы едем. Вот Salmon Port. Это же надо так. Вот этот Salmon Port. Такое местечко. Лососевый проезд. Да, тут справа Бобровая. Ой, тут вообще название. Лососевый заезд. Какие названия, какие пропертя. Вот можно сказать по-простому. Пропертя. Так, и где? Ага, вот он. Вот он, да. Вот он стоит. Давайте запаркуемся. Тут у нас вентилятор шумит. А вон там водичка. Видите, уже вон водичку. Вот мы сейчас посмотрим, как тут что, чего. Ну что, друзья, хороший домик, симпатичный. Вот. В кул-де-саке. Хорошие соседи, интеллигентные люди. Наверное, хорошо все зарабатывают. Давайте глянем. Фонтан, да. Давайте глянем, что тут с водичкой. Цветы. Богато. Ой, богато, друзья. Так, там ребята пошли в дом. А я вот тут. Написано. У нас тут собака написана. В общем, осторожно, собачка. Но я пока не вижу собачку. Давайте я так вот пройду туда. Может быть, солнце немножко в глаза нам. Ну, ничего. Вот. Вот так. Это у них такая пристань своя. Но я думаю, вам еще соседи тоже интересны, правда? Вот я так медленно проведу. Есть люди, они шумят, веселятся. Партийные какие-то у них дела. Большие дома двухэтажные есть. А вот здесь, значит, такая довольно большая палуба. Ну, дек я как-то называю палубой, просто в том смысле, что дек переводится как палуба. Но, наверное, есть какие-то более точные переводы. Вы мне подскажете, как это лучше назвать. Так, ну вот так, если отсюда, то недвижимость выглядит скромно. Сейчас пойдем, значит, внутрь дома. Поглядим. Так, там риэлтор беседует с нашими ребятами. Ага, так. Здравствуйте, здравствуйте. 100 лет вас так не видели. Вы снимаете? Снимаем. Да, да. Ириночка, расскажите про вашу судьбу. Как давно мы с вами? Как давно мы с вами? Вы меня на споте. Ну, поймали. Поймали. Рассказывайте. Когда мы с вами расстались? Мы с вами расстались в 2012 году. Так. Я получила свой сертификат QA-тестера, и к чему я очень благодарна. Я считаю, что это дало мне очень хороший старт начать вообще работу в Калифорнии. Так. За достаточно, можно сказать, на лучшем уровне оплаты. Так, то есть вы поработали в QA? Я поработала в QA, я очень хорошо поработала. Я за 4 года получила 3 промоушена, стала QA-инженером, начала с тестера. Так. Вот. Получила QA-инженер, и после того, как я проработала в хорошей компании Сан-Франциско, благодаря вам, так, я решила поменять судьбу. Я решила отойти от QA и перейти в real estate. И ну, сейчас хорошо. Вот я вас welcome into this beautiful Discovery Bay House. Солнышко, давайте так, у вас есть карточка, я ребятам покажу? У меня все есть. Потому что... А вы смотрите наш канал? Я ваш канал сейчас, так как я не в QA, да. У меня очень много времени уходит на real estate. Но я так с удовольствием посмотрю, если вы мне скажете, где и когда. Silicon Valley Voice. Okay. Я вам пришлю просто ссылку на это видео. Отлично. Вот у нас Ирина, можно сказать, из тестеров, в риэлторы. Так, я карточку забрал, в описании я к видео. Больше. Ну, давайте больше. Я имел в виду, что я в описании к видео просто дам ваши координаты, поскольку, так сказать, святое дело. Солнышко, скажите мне, пожалуйста, вот мы первый раз в этих краях. У нас есть тут пару друзей, вот в частности Толик. Толик у нас в 96-м году учился. Он тут живет рядышком, в Окли. Да. И такой вопрос. Вот этот вот Discovery Bay, но если шире посмотреть, вот там может быть и Brentwood, и там что там рядом есть. С точки зрения, я вам сейчас скажу какой. Я показываю ребятам недвижимость, я показываю, Кремниевую долину, я показываю Санта-Крус. Они с ужасом смотрят на сарай, на снос за 1 200 000 500 000. И понимаете, какое-то шоковое состояние, когда человек говорит, а жить-то как? Жить-то где? Я вам расскажу. Давайте. Так как я начала в real estate
Работает, ну, в принципе, 2 года. Угу. Я не скажу, что я совсем новичок, потому что у меня было очень много транзакций. Да. В первый же год я работала с инвесторами, я сейчас работаю со многими. Но для обычного консюмера, угу, который просто ищет жилье, где купить, да, сейчас эта area, особенно Brentwood, Oakley, Antioch, да, ага, они Питтсбург, Бэйпойнт. Строительство какое они идет? Они очень сильно расширяются. Угу. И начиная от Питтсбурга, как вы вот заворачиваете, угу, после Конкорда на Highway 4, в Питтсбурге очень много ведется development of new housing. Угу. И цены, естественно, разные, но за последние 2 года очень сильно выросло. Солнце, вот такой вопрос. Допустим, человек не выпендривается, угу, а его устроит, например, квартира, там, 2 спаленки, может быть, 3 спаленки, просто квартира. Хорошо. Вот сколько стоит квартира? В нормальном месте, адекватном? Я вам скажу, в нормальном месте, в адекватном. Если он будет смотреть в районе Конкорда, да, то есть что еще сократит время на комьют, если он работает в Сан-Франциско. И там БАРТ есть тоже, там, да? Там БАРТ, угу, да. В районе Конкорда можно 2-комнатную квартиру купить в районе 300 тысяч. 2-комнатную или 2-спальную? 2-bedroom. 2-bedroom, 3-комнатную, так. Ну, по-русским стандартам, да, 3-bedroom. Однокомнатную можно купить... За сколько еще раз? 300 тысяч. 300 тысяч? Да. Это будет новая 300, квартира 350, или уже... 300-350, это зависит от района и от состояния. Новая квартира или там с возрастом каким-то? С небольшим возрастом, я бы сказала. В основном новых квартир практически нет в Конкорде. Понял. Если же смотреть в Питтсбурге, угу, новую квартиру, то можно будет ее купить в районе 220 тысяч. Чем Питтсбург хуже там Конкорда? Да. Подальше. В Питтсбурге, я вам скажу, крайм больше. Угу. Просто крайм намного выше, чем в Конкорде. Оказалось бы, буквально там 10 минут разница, угу, езды везде. Ближе сюда, конечно же, Окли и Брентвуд. Брентвуд сейчас вообще очень сильно растет. Угу. И с него делают, я бы так сказала, между нами второй Плезантон. Потому что даунтаун, все шопы. Красиво. Здесь очень красиво, и здесь расширяется все намного-много быстрее. Я знаю очень много клиентов, у меня переезжают в Силикон Вэлли. Угу. Из Сан-Хосе, из Пало-Альто, угу, переезжают на эту сторону. Почему? Потому что в Брентвуд сейчас прокладывают БАРТ. Он уже прямая идет. Да, раньше, если была остановка, крайняя, конечная остановка была в Питтсбурге, Бэйпойнте, угу, то сейчас уже до Антиоха довели БАРТ. Так. И люди, кстати, ваш тоже ученик Чермен. Да, и Залина. Конечно, конечно. Вот я им буквально недавно продала дом, так, в Брентвуде. Он у меня на канале показывался. Замечательно. Так, хорошо. Вот. И купили дом в Брентвуде. В Брентвуде можно купить шикарный дом, бренд new, 2018 года постройки, за около 3000 square feet. Да, громадный. Можно купить в районе 650 тысяч долларов. То есть, такой дом, например, в Пало-Альто стоил бы, например, там 5 миллионов. Да, да, он бы не меньше стоил. В районе 3000, brand new, со всеми новыми технологиями. И еще земли много. И земли, у него достаточно хороший участок. Если здесь, вот, допустим, обратите внимание на дек, у него, да, приблизительно 3/4 дека, у него получается такой огород, да, участок. Ну, я говорю так, как мы привыкли говорить. Так, Ирочка, откуда вы сами родом? Я из Крыма, из Симферополя. Ой, замечательно. Хорошо, привет передавайте. Спасибо большое. Там симферопольским и крымским. Я уже вас вообще не ожидала увидеть. Почему? Я еще живой. Я еще живой. Я очень рада, правда. Хорошо. Да. Магомед не идет. Да, вот мы все три из Портнов компьютерского. Вот вы тут, Толик. Да. Вот мы все оттуда. Ну что же, я очень рад, потому что на самом деле к впечатлениям Толика, который живет рядом, и моим, который просто приехал, вот впечатление риэлтора на самом деле добавляет вот то, чего не хватает, вот этот элемент. То есть... Нам повезло. Давайте так, если человек, вот совсем бюджетненько, угу, допустим, он не... Ну, как сказать, очень много есть ребят сейчас в Кремниевой долине, они, угу, живут, и они работают. Ну, может быть, там не 2 хороших зарплаты, угу, а может быть, 1 хорошая, а другая так себе. Угу. И они думают, ну как вот, ну куда, ну где, ну что. И получается, что вот здесь, например, ну вот совсем бюджетненько, адекватный дом, не 3000, пусть там будет не 3000, пусть там будет 1700 скверфит. Вот, где, в Discovery Bay? Ну вот, ну Oakley, не... Значит, да, смотрите, да, вот в широком смысле. Я вам назову цены, да, которые вот, начинают с Конкорда. Это, да, как бы больше та эрия, где я работаю, uh-huh, где ориентируюсь. В Конкорде можно дом купить сейчас в районе 600 тысяч. Это 3-бедромный 2 бэс. Uh-huh.
Может быть, он будет где-то 1950-60 года, то есть старенький постройки. Такой, да. Он старенький, но сейчас все дома апдейтед. Хорошо, давайте так. Вот этот дом за 600 тысяч в Конкорд. Дальше. Вот такой же точно дом, например, если бы он был. Вот в Discovery Bay, сколько бы он стоил? В Discovery Bay он будет немножко дороже, потому что здесь area считается... Хотя нет, I'll take it back. Примерно будет та же самая цена, но если он на воде, естественно, цена хорошо. Будет выше. Хорошо, если это в Брентвуде, например? Если в Брентвуде трехбедромный дом 450-400 тысяч. То есть на самом деле можно очень скромненько, просто я к чему говорю, вот говорят, Калифорния такая дорогая, а вот есть другая какая-то Америка дешевая, но 450 тысяч, так это, я не знаю, а что это, дороже, чем во Флориде такое? Кроме того, Миша, извини, я перебью. Да. Очень много работ сейчас появляется, Walnut Creek, Конкорд. Да? Всегда было много. IT конечно. Появляется больше. И Флезантон, и да, там всегда да, было много, и тот то же Конкорд. То есть все это дуй был, драйвинг. Очень да. много. И я вам еще расскажу, что ведется очень такое расширенное строительство сейчас, так. именно в этих эриях. И так как ведется БАРТ, цена на недвижимость растет. Вот, если кого-то интересует, вот, допустим, для ребят, которые приехали, закончили вашу школу, начали работать, они здесь получили статус или же на грин-карте, есть программы для first-time home buyers. Если моргиджи дают выгодно. Моргиджи дают там, с минимальным процентом down payment. Какой сегодня минимальный процент? 3%. Вау. Нет, ну это, наверное, это какой-то перебор. Я, не к тому, что не дадут, а к тому, что, может быть, не стоит нет, брать 3%. Я вам хочу сказать, нет, под 3%, если же покупать дом, который стоит 400 тысяч или 450, я вам расскажу на своем примере, можно? Да, нужно. Я в 2015 году купила дом в Питтсбурге, который стоил, обошелся мне в 396 тысяч. Да. Я попала, благодаря моему риэлтору, который меня рекомендовал, лендеру, мне Ленда рассказала все, вот разложила по бумажечкам, все как положено. И она мне сказала, Ира, вот сейчас вот эта программа существует. Если ты подождешь 2 недели, получается, выходит другая программа. Она называлась на то время My Home. Это для first-time home buyers. И что включалось? Значит, минимальный down payment, это был 3% down payment, и no closing cost. То есть я купила... Для наших зрителей, которые не в курсе, вот closing cost сколько может быть реально в деньгах? Я вам скажу, это приблизительно от 7 до 10% стоимости дома. Вот если так же дорого? Дом, да. Если же от 7 до 10%, если же дом стоит 400 тысяч, то может уйти до 4 тысяч на closing cost. Это зависит это 1% от лендера. Ага, я понял, 1%. Это какие point они fees. 0.7%. Окей, 0.7%. Какие они fees включают. Понимаете, там нужно origination loan и все эти copies, и ну, там то есть, огромный пакет документов. Скажем так, по сравнению с 3%, которые ты даешь down payment, если это 3%, то closing cost – это существенная сумма. Это существенная сумма. Это может быть там 25-30% от down payment. Хорошо. Да. И есть, я вам еще хочу сказать, если кто-то не знает, я, в принципе, я всегда рекомендую хотя бы проконсультироваться с риэлтором. Если уже у человека есть риэлтор, замечательно. Это очень хорошо, потому что они получают legal support. Многие детали, особенно first-time home buyers, они не знают. И хотя бы... Ну, в этом смысле получить какую-то информацию из первых уст, это очень beneficial at the end. Да. И у людей, которые, допустим, я работаю в real estate, у меня есть уже определенный network с лендерами, конечно, с title companies или же insurance companies. Мы все работаем по referrals, направляем друг другу людей. Таким образом, бизнес получается как... Для русскоговорящих, наверное, еще плюс, если вы говорите по-русски. Да, я разговариваю, кстати, I'm fluent in Russian and Ukrainian. Так что, если у вас есть клиенты или же кто-то ищет дом, я с так что, украинскому мову разговариваете? Я хочу сказать по-английски, потому что украинский у меня как бы второй язык. У меня бабушка с девушкой по-украински разговаривали. Але я балакаю. Звичайно. Так, Ирочка, у меня к вам просьба. Давайте, раз уже мы попали на open house, и у нас есть целый риэлтор, расскажите нам про эту вот вещь. Хорошо. Давайте только пошли от начала. Давайте расскажу. Пошли, а то я что, я буду сам-то, тут у нас специалисты. Я с удовольствием вам покажу. Так. Тут будут спрашивать, замужем ли. А,
Так, это, пускай они мне звонят по моему номеру. Хорошо, хорошо? Да, хорошо. 925-775-5275. Вот так. Кто по-английски не понял, значит, пусть не звонит. По-украински, так. По-русски мы поговорим. Хорошо. Итак, давайте я, может быть, вот так зайду от двери. И вот тут эффектно. Это эффектно. Достаточно хороший Discovery Bay дом. Он был построен в 1986 году, то есть году 32 года на сегодняшний день. Очень хорошо хозяева следили за домом. Некоторые вещи оригинал, как вот стеркис, да. Оригинал, но в очень хорошем состоянии. А карпет переложили, да? Тут? А карпет сделали новый. И они здесь, естественно, апдейт сделали на весь пол. То есть они плиточка постели... новая? Да, они постелили очень пол. Очень хорошая, да. Проходите в кухню. Давайте. В кухню пройдем. Stainless steel appliances, это на сегодняшний день как бы... Нержавейка. Modern touch, да. Это все новое? Это все, ну, почти люди новое. Жили, оно почти новое, но оно в хорошем состоянии все. White cabinets, которые как бы... Беленькие. Они беленькие. Нитро... Ой, тут люди живут еще. Люди здесь снимали дом. А, окей, да. Окей. Слушайте, вот эти вот цветастые петухи, ага. Это что? Это, я, честно говоря, не знаю точно традицию, но американцы любят для украшения использовать курочек. Это как бы как good luck у них считается, насколько я знаю. Понял. Мне рассказывали, если куры несут яйца, это как бы прибыли. Ну, хорошо. Я не знаю, честно говоря, я не буду даже... Так, друзья, вы знаете, если что, вот что приобрести. Так. Да. Stainless steel appliances и granite countertops на сегодняшний день это как бы must have. Для продажи. Да, для продажи. Здесь dining room. Знаете, кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места? Да. И идет у нас... Слушайте, выход... классно. Вот сидишь за столом, да, и туда раз. Я вас приглашаю на этот шикарный дек. Так. Сама площадь всего дома, одного дома... 2700 square feet. Ну, 2700, грубо говоря, 200, немножко больше, чем 270-260 квадратных метров, да. Значит, так. И полностью вместе с деком и с бэк-ярдом около 9000 квадратных футов. О, 9 соток, отлично. Вот. Это их реально катер? Это private deck, это их катер, который можно включить в офер. Дома, а, то есть продать вместе с домом. Да, и установлено у него... подъемное устройство. Подъемное устройство. Airlift называется. Airlift, или же у них называется немножко по-другому. Написано Hydrohoist. Hydrohoist, да. Да, там и написано. Это как бы сейчас очень модная... Это же, вот эта вода выходит на большую воду, да. Или это да, озеро? Да, она буквально здесь в 3 минутах, если плыть. И этот дом расположен очень удобно для выхода на быструю воду. Хорошо. Очень много. А спален сколько тут? Здесь 4 bedrooms и 2.5 baths. Но это вот дом, в котором люди именно живут или просто дачи приехали, уехали? Здесь очень многих это как вторая резиденция, как второй жилой дом. Они приезжают сюда провести на выходные, покататься на лодочке, половить рыбку. В основном у всех Discovery Bay очень такой комфортный лайфстайл. Если же... Естественно, если вы хотите здесь жить, то можно рассмотреть и другие варианты, но... Отлично. Дома так, теперь на воде немножко... Это у нас как бы такой living room. Это большой такой living room. Естественно, это все stage. Это не... Понял. Вкус можно, по вкусу, естественно, можно сделать по-своему. Вот потолки такие интересные, смотри, да? Это балками. Exposed beams. В Америке их очень любят. И причем по всем штатам. Я занимаюсь тоже, работаю с инвесторами, и если мы видим дом, где есть exposed beams, у него сразу повышается value. Ирочка, скажите вот просто для тех, кто нас смотрит, что это значит, вы работаете с инвесторами? Это что за люди и чего они хотят? Инвесторы – это те люди, которые ищут жилье в, скажем так, в дистресс-состоянии, то есть дом, который можно приукрасить или же сделать ремонт в нем и продать его дороже. То есть такой дом, который так просто никто, может, еще и не хочет брать, а можно привести в чувство. Конечно. То есть инвестор – это как бы тот, кто перестроит. Это, естественно, человек, который делает ремонт в доме и хочет его либо сдать подороже, либо же продать его и получить. То есть не то, что, допустим, он живет в Саратове, у него есть лишние деньги, и думает, вложу-ка я в Америке. Он может это сделать и получать рент. Но есть такие? Конечно. Конечно. У меня есть в Москве очень хорошая женщина-риэлтор. А сколько, вот, например, стоит такой дом в рент, если его арендовать? Вот этот дом здесь
Я вам сейчас номер не скажу точно, потому что я не проверяла. Да. Но я знаю, такие дома будут где-то от 3500 выше. А мой менеджер, кстати, бывший менеджер, я работала с ним в Сан-Франциско в IT-компании. Его зовут Крис. Mm-hmm. Он до сих пор снимает дом с Discovery Bay. Он платил 3500, так как у него семья, трое детей. Mm-hmm. Позволит себе хороший дом вот в таком состоянии и в отличном месте, где нет крайма, он просто не мог. А школы нормальные здесь? Здесь, да, хорошие школы. Mm-hmm. Вот. И причем школы, и здесь очень, я вам хочу сказать, ну не то чтобы совсем близко, но хороший экзос, если вы до Барта добираетесь, то потом буквально 50 минут, и вы будете уже в Сан-Франциско. Угу. Чем ездить на машине, в трафике вы будете тратить гораздо больше времени. 2 часа простоишь, да? Еще да. Парковка? Конечно. Угу. Вот. И он у меня, он ездил, я проработала в той компании больше 3 лет, угу. И он все время это ездил. То есть айтишники сюда могут так делать? Да, айтишники сейчас в Silicon Valley, сюда очень многие переезжают. Угу. Хорошо, Ирин, пошли индусы, смотреть, китайцы, пошли смотреть дом. Здесь русских, кстати, очень много. Вот Walnut Creek и Concord. Да, да, всегда дальше, было много. Конечно. Да. Здесь, сейчас я включу свет, потому что я извиняюсь, я чуть-чуть сегодня так. Опоздала. Слушай, симпатично, правда? Bathroom. Он очень-очень по-английски. Хорошо сделан. И хорошо сделан, и хорошие высокие потолки. Да, очень здорово. Очень удобное расположение. Здесь стиральная машина и сушилка, да. И шкафчики. Слушай, даже в таком месте гранитный каунтер. Да, да, дом очень хороший. Очень мило. Это гараж? Это гараж, это 3-bedroom гараж. На 3 машинки, ага. Mm-hmm. Гольфовые машинки, ребят, какая там прелесть. Здесь гольф-корс рядом, ага. Они все здесь практически... Шикарно, шикарно, так. Пойдем. В таком месте жить начнешь играть... В гольф. Да. Начнешь жить хорошую жизнь. Здесь маленький такой сторидж. Это сейф, да, или что это? Это сторидж, и у них здесь, по-моему, это панел на... Щиток. Это щиток. Да, security там, так. Так, пойдемте дальше. Угу. Здесь у нас идет first master bedroom на первом этаже. Это так. Очень удобно для людей, у которых есть пожилые родители, к примеру. Или же молодая пара. То есть это как отдельное такое жилье. На первом этаже не нужно поступать... Слушайте, как тут прикольненько-то. А, друзья, вот так, пришел помыться, знаете, получил заодно эстетическое удовольствие. Да, bathroom, так. И здесь для линю. Окей, хорошо. Для очень... полотенчик или же... За спиной у меня. А, шкаф, шкафчики, ну шкаф, понятно, да. Для полотенец, ну, что? Очень много storage room. Отлично, отлично, внизу. Очень хорошо. Моя любимая часть – это walk-in closet. Хорош, да. Это хорошая... Вы видите, друзья, мы видели много walk-in closet'ов, но тут вы видите, что у людей висят вещи, вы видите, как это происходит. И висят, и лежат, и обувь, и штанишки, и маечки, и свитерочки. То есть у них уложено, как, знаешь, как стейджинг какой-то. Да, это стейджинг. Это стейджинг. А это стейджинг и это есть? Это все стейджинг, да. А я-то думал, надо же, люди живут красиво. Это все стейджинг. Здесь все чистенько, аккуратно. Викторианская мебелишка какая. Да, это здесь же. Все антиквариат. Ох ты же, ты ё-моё. Так, хорошо. Покажите эту часть дека, потому что здесь очень красиво. Ну да, тут сразу вышел, и тут тебе тенечек, и цветочки. В принципе, круглый год здесь можно наблюдать сумасшедшие закаты. Закаты здесь просто очень красивые. Uh-huh. А сейчас немножко плохо видно, потому что так это все как-то хейзи или дымка какая-то. Да. Сейчас мы поднимемся на 2-й этаж, uh-huh. Там будет видно Маунт Диабло. Пошли, пошли. Маунт Диабло и шикарный вид. Вот имею слабость к хорошей мебели. Друзья, наверное, вы меня поймете. Да. Многие нас поймут с этой слабостью, с этой страстишкой. Хорошей мебели. Да, живя в Америке, начинаешь ценить хорошую мебель. Так. Здесь на 2-м этаже. Без лифта, друзья. 2-й лифт без лифта. Очень много кабинетов. Да, дубовые шкаф-кабинеты. Хорошо, это удобно. Пройдем сюда. И тут как бы на 3 стороны. Значит, раз туда к воде, вперед кабинет. Ну, пошли направо. Пойдемте направо. Здесь идет большая ванная. С 2 Vanity. Пошли смотреть. Vanity – это раковина, друзья. Так. Я извиняюсь, что я половину нормально, в английском, потому что нормально. Тяжело переводить. Нормально. Ванная. Так. И обычная, не надо, я переведу, если обычная что. Обычная ванная.
А? Я надеюсь. Чего, а чего? Немножечко editing. Немножечко editing. Спальня. Вторая. Хорошо. Хорошо. Картинка там женщина, похожая на Софью Кабалевскую. Так. Хорошего размера. Вы знаете что, здесь немножко жарковато. Вот, может быть, припекает. Гольфовые клюшки, друзья. Был не включен кондиционер. А, окей. А вообще тут люди живут с кондиционером, как бы, да? Конечно. В смысле, все время включен? Конечно. Иначе пропечет вас тут. Это третья спальня. Вы знаете что, они просторные, они не тесные. Да, тут очень милые спаленки. И да. Здесь очень много шкафчиков. Да, да, хорошо. Столиц же очень много. И это второй сют. Вторая да. Мастер-бестра. А где там туалетные дела-то, где все? Я вам хочу... А мы же прошли. А, большая с той стороны. Ванная. Да, большая ванная. Хорошо, это мы теперь на втором этаже, это балкончик. На втором этаже здесь балкончик. Небольшой здесь такой. Хороший вид. И видно Маунт Диабло. Сейчас ее да, плохо в тумане видно, там. В отличную погоду это шикарный вид. И наблюдать закат здесь просто великолепно. Ну хорошо, значит, еще раз давайте мы... Они хотят за этот дом что? Значит, сейчас продавец этого дома достаточно мотивированный, да. Так как дом уже на маркете, он, по-моему, около 3 месяца, хорошо. Если я не ошибаюсь. И выставлен он был изначально за 1 075 000. Так. На сегодняшний день они снизили цену до 989. То есть на 100 тысяч скинули? На 100 тысяч практически цена меньше. И они достаточно мотивированы сейчас, если же кто-то серьезно захочет этот дом посмотреть или же купить, я думаю, что можно будет все негаушить. Я думаю, на самом деле, вот, наверное, этот дом кому-то понравился. Я думаю, что правильно быть в контакте, вот, скажем, с Ириной, да, и ждать чего-то такого, может быть, хорошая идея. Вот как часто, например, бывает такой супердил, когда ну просто надо брать. Вот. Бывает, но я вам хочу сказать, так как я работаю с инвесторами, с людьми, да. Которые на самом деле охотятся, чтобы да, вот такой да, это правда. Дил выхватить. Ирочка, я один да. Комментарий ребятам. Инвестор зарабатывает не так, когда продал дом, а когда купил. Когда купил. Он в этой цене на покупке, угу. Он получает вот эту прибыль. Если он купил на 100 тысяч дешевле, вот он их уже заработал. Конечно. Да, ну-ну, так чего? Как часто бывают ударные дилы? Бывают, но они улетают очень быстро. И все вопросы, если у кого-то есть какие-то вопросы по недвижимости, по инвестициям, я всегда открыта, всем помогу, чем смогу. No obligations. Если вам нужно узнать value на ваш дом на сегодняшний день, да. Пожалуйста, позвоните мне, email, я вам дам... Я координаты сброшу да. координаты, пожалуйста, на видео. Веб-сайте или же на вашем веб-сайте можете... Хорошо. Посмотрите. Ладно, Ирочка, давайте, спасибо большое. Давайте мы вас это самое отпустим, потому что когда вопросы частные возникают, мы тогда уже частно. Офлайн. Да, все, тогда спасибо большое. Вот мы так шли, друзья, шли, заехали случайно мимо. Мимо ехали, просто стоял знак. И приехали. Я очень даже рада, вы не случайно приехали. Нет, это знак. Боженька послал.